На Ямале впервые прошел хакерский марафон. Открытый форум разработчиков в сфере IT состоялся в Салехарде. Победителями стали москвичи с мобильным приложением, которое мотивирует вести здоровый образ жизни. Особенность приложения в том, что оно учитывает регион проживания. Уральские хакеры разработали кейс-код города. Эта платформа дает возможность создать культурное мероприятие и собрать на него аудиторию через приложение. А представитель Салехарда Паша Куприн разработал прототип мобильного приложения с информацией о всех культурных событиях города.